Все, это заготовочка мясных тефтелек или митболс, как они называются здесь. Все, сейчас я их в таком виде в морозилочку. Они замерзнут, потом я их в пакет зиплок и соусом маринара заморожу. И когда мне нужно будет их готовить, у меня уже будет что достать из морозилки, только кинуть в духовку либо в кастрюлю, и у вас ужин, обед или что там готово. Итак, мы 52 штуки шариков заморозились. Буквально прошло 40 минут. Я их сейчас буду укладывать в пакет. Все, зиплок готов. Мои шарики. Соус маринара. Немножечко с водой, чтобы его разбавить. Лавровый лист. И в любой момент меня будут ждать мои шикарные домашние 52 свиных шарика, которые уже идут с луком, с чесночком. Нет, они без чесночка, врать не буду. С большим количеством луком, приправом, солью, совсем. Все, уже готовое. Пожалуйста, заготовка. Так, и у меня уже доготавливаются. Я приготовила на сегодня-завтра шарики. Шарики, тефтельки, ежики. В общем, как их только не называют. Они тушатся у меня тоже в томатном соусе. Грибной супчик. Очень вкусный, ями-ями. Сегодня вечером у меня с девочками посиделки. Я пока что... Я буду делать очень маленькую закуску, потому что каждый что-то приносит. Я уже сделала несколько штук. Это даже не спрашивайте, это новый рецепт. Это овсяное печенье с бананом. То есть нужна овсяная мука. У меня не было овсяной муки, поэтому я просто перемолола овсяные хлопья на блендере для маленьких вещей. Один мягкий банан. И все, ни сахара, ничего. Вы по желанию можете добавлять, но у меня здесь нету. Еще можно чоколад, чипс добавить, добавлять, но я уже не стала. Все, один банан мягкий и стакан этого хлопьев, муки овсяных хлопьев. Цвет поменялся. И чуть-чуть водички добавила, потому что банана было одного недостаточно. То есть чем больше бананов, тем вкуснее. 10 минут, 180 градусов. И все, даете им остыть. Вот я их вытащила. Там капелюшечку прилипли, потому что у меня были на фольге, а не на бумаге для выпечки. Но, в общем, очень вкусно. Главное, что без сахара, и для вегетарианцев подходит, и, в общем, для всех. Мы уже пришли. Мы уже сидим, ждем. Да, Эдоша? Эдоша? Да! Вот он сидит, мой мальчик. Вот у нас здесь сегодня два фортепиано, но играть будут вот на рояле. На коричневом. Люди еще немного, но уже сейчас собираются. Вот, Моза.
кстати, рум готов. Игрушки все прорисовала, попрятала. Здесь еще будет сейчас два стула. Здесь мы будем сидеть с девочками. Здесь у меня работает Sex and the City. Все, а это мои закуски, которые я сделала. Это шпажки с яблочком и бананом. Это мои печеньки, о которых я рассказывала. Это я сделала дип. Маленький такой небольшой шпинат. Филадельфия, майонез, сметана. Еще должен быть сыр и немножко должно это запечься в духовке. Но сегодня я сделала без сыра. Просто пустые крекеры, потому что девочки на маске принесут. Это сельдерей и вот это шпажки с колбаской, с огурчиком соленым и с сельдереем кусочком. Все, здесь тарелочки. Я одноразовые закончились, я взяла детские цветные, чтобы каждый знал, у кого чья тарелка. Ложки, вилки, два бутылочки вина, вода с лимоном. Здесь угол с кофе, с чаем. Сейчас чайник принесем, это чашки, это для вина, кто хочет. Ну, в общем, все. И вечер начнется. Габи здесь крутится, она думает, что это какая-то большая вечеринка какая-то будет. Но это не будет большая вечеринка. Это не будет. Все, девочки принесут, мы все эти закуски их не разложим здесь еще на столе. И я думаю, что у нас сегодня будет хороший вечер. А Габи скоро идет с Патки, да? Нет? А ну, посмотри на меня. Даун. Чуть-чуть побудешь, и потом пойдешь домой, хорошо? Фу, домой. Наверх с Патки. Так что, ребята, еще, может быть, вам покажу, когда девочки уже в сборе будут, такую замутненную фотографию, потому что, естественно, не все хотят, чтобы их видели и так далее. Но на сегодня передача закончена. Хороших вам выходных, доброго утра, доброго дня и спокойной ночи. Bye!